времени суток всем любителям бокса. И главный анонс – это третий раунд. Все его ждут. Какое же задание? Второй раунд уже позади. И 8 участников прошли в четвертьфинал. Значит, уже каждый из них имеет шанс побороться за медали. И сегодня мы покажем вам задание, которое будет на третий раунд. Главная задача задания – это передвижение с ударами в атаке. И на выходе из атаки все делая шагами, с ударами и передвигаясь. Посмотрим задание. Здесь мы можем использовать, расставлять что угодно. Перчатки, бутылки. У меня конус. Значит, делаем следующий конус. Переходим. Атака. Ушли. Атака. Вышли. Хоп. Атака. Ушли. И передвигаемся. Снимаем. Снимаем вертикальное видео, как мы всегда это делаем. Заливаем на ту же ссылку. 15 секунд. И участвуем. Не забываем следить за сеткой, те, кто болеют, и голосовать за своих любимцев, за своих победителей. И увидимся в следующем раунде. Спасибо.